Вот на самом деле это сегодня чудесный день, и в этот чудесный день мы встретили такого прекрасного человека, который нас познакомил с таким, ну, настоящим русским творчеством. И эта песня «Чудеса зимы», ну, у меня, во всяком случае, возбудила самые прекрасные ощущения, прекрасные моменты. Ну, просто супер. Автору большой респект. Музыка красивая. Навеяло такие чудесные, какие-то сказочные мысли, что ли. Как в детстве. Настроение реально такое, да, да, настроение детства, как вот сказку смотришь, вот как-то вот что-то туда куда-то погрузился.